Давай. Только что закончилась наша игра. Мы проиграли, к сожалению. И из-за того, что, на мой взгляд, вчера было две игры, было тяжело, мы устали. Большое напряжение было вчера. И сегодня чуть-чуть не хватило до победы. В конце нам забили 3 очка. И это сломило нашу победу. Нам хватило времени, но игра была интересной. Бились как могли. Не хватило чуть-чуть до победы. Команда сражалась. Защита так сегодня более-менее работали. Игра понравилась.